Ежегодно 15 декабря в Украине отмечается профессиональный праздник работников суда. В этот день ренийских служителей Фемиды во главе с Константином Сорокиным поздравили первые лица города и района. Суд, как ни крути, всегда самая, так сказать, последняя точка в решении любого спора. И всегда, когда должна восторжествовать истина, то или какие-то у нас есть вопросы, проблемы, мы бежим в суд и говорим: рассудите нас. Суд ставит большую жирную точку и облегчает нам жизнь. Осуществлять сейчас правосудие, вы знаете, судебная система, в каком находится положении, состоянии и так далее. Но, тем не менее, работа наша нужна и важна. И желаю коллективу всему держать, так сказать, и авторитет, и престиж суда, и держать достойное правосудие. Работа, конечно, не самая благодарная и далеко не всегда вызывающая положительные эмоции у людей, потому что все мы прекрасно знаем, если принимается решение, то как минимум одна сторона уходит недовольной. Увы, это специфика нашей работы. Постоянно приходится сталкиваться с проблемами людскими, иногда и с горем человеческим. При этом важно сохранить, помимо высокого профессионализма, еще и человечность внутри себя, не зачерстветь, не подвергнуться какой-то профессиональной деформации, всегда оставаться человеком, несмотря на то, что ты работаешь в суде. Грамотами городского головы были отмечены председатель Ренийского районного суда Константин Сорокин, деловод Людмила Георгиева и консультант Людмила Попова. Грамотой Ренийского районного совета отмечена архивариус Валентина Сали. От командования Южного регионального управления погранслужбы и начальника Измаильского отряда грамоту вручил подполковник Александр Горобец. Сорокина Константин Валерьевич означает за свою правовому сопровождение захисту недоторканности державного кордону, плідну співпрацю, вирішення питань забезпечення правопорядку на державному кордоні. Грамотой Ренийской регосадміністрації награжден судовий розпорядитель Віктор Тамбия. Служу Україні.